На Дагестан надвигается сильная жара. По данным гидрометцентра, с 6 по 8 августа в регионе ожидается повышение температуры воздуха вплоть до 43 градусов по Цельсию, а в предгорных и горных районах до 39-40. Пик жары придется на время с полудня и до 16 часов. Специалисты рекомендуют воздержаться от досуга на открытом солнце, без необходимости не выходить из помещения и носить головные уборы.